Послушай меня. Когда я просыпаюсь, первое, что я чувствую, это страх. Второе — стыд за свою трусость. Но мы не можем позволить себе стать рабами того, что нам не под силу изменить. Мы должны постараться привнести в мир то, что можем. Ты не сможешь служить этим людям, если не смиришься с их присутствием.